дальше будет стремиться. К сожалению, Буза не очень удобный соперник для Рафаэля. Ну, давайте понаблюдаем. Очень интересный бой. Я думаю, весь мир смотрит. И мы сейчас увидим великолепное зрелище. Красный пояс у Агаева, синий у его соперника, у Короны. Что мы видим? Поддавливает Рафаэль. Ищет ошибку. Очень тонкая и своевременно чувствует ошибки Рафаэль соперников, когда нужно сделать свою быструю атаку. Поддавливает. Станислав пока собран и внимательно. Ему нужно будет предельно, конечно, внимательным. Ну и Станиславу, видимо, тренеры дали установку работы на дистанции. Возможно, да. Конечно же, нужно чувствовать дистанцию, потому что Рафаэль обладает очень высокой скоростью. Нужно это видеть и быть внимательным. Пытается ногой попасть. Достаточно рискованные движения со стороны Станислава. Поддавливает Рафаэль. Вот он все равно пытается забросить ногу на голову Малашвили передней ногой. Повнимательнее, повнимательнее. Мощный Малашигири. Один судья оценил, но трое остальных сидят неподвижно. Вот с задней руки в голову Рафаэля. Ни одного флажка мы не видим. Уклон в сторону, и Рафаэль не попадает. Что мы наблюдаем? Пока ровная борьба. Ровная борьба. Вот сейчас Стаса за придержку дают одно замечание. Ну что, Рафаэль давит. Давит, ищет моменты. Кидзами сейчас передней рукой в голову. Чуть-чуть не хватило. Урмаваши. И попадает на Ипон. 3 балла. Как сейчас подкараулил. Очень внимательно надо быть в этих моментах. Никогда не расслабляться. Клинч — это не означает, что бой остановился. Часто допускают спортсмены такие ошибки. Да, и тут же получает еще и замечание за то, что... К сожалению, не видела, и за что получил замечание. Но сразу концов кучой. Это означает, если еще одно такое замечание, спортсмен будет дисквалифицирован. Ух ты, Урмаваши! С разворота! Не попадает, судьи не оценивают. Рафаэль подхватывает, заваливает на пол и добивает. Но и того, и другого... Оценок нет. Не оцениваю, да. 3-0. Молодец Станислав, он не сдается. Он не сдается, он продолжает очень опасно атаковать. Я думаю, ему нужно в таком же ритме и работать. Все мы люди, все допускают ошибки. Агаев становился и чемпионом мира. Как уже сказал Александр, действительно, это титулованнейший боец. Это один из лучших каратистов мира. Вот болельщики Короны, Украина, Украина скандируют. Хотя здесь есть и немало болельщиков у Агаева. Я думаю,
даже не болельщики, это поклонники его таланта. Сейчас мы видим борьбу. Да, давит Станислав, но это не приносит никаких результатов. Нужно более активно. На ногах очень крепко Агаев стоит. Да. Очень хороший маваши гири у Станислава справа ноги, но попадает в локти. Безусловно, чтобы выиграть такие поединки, нужно было то же самое здесь. Самые сложные моменты в бою, в концовке, когда ты проигрываешь, нужно уметь мобилизироваться и сделать то решающее действие, которое принесет победу. Но давит, давит. Нужно раскачивать, конечно, если Станислав хочет выигрывать. И мы сейчас можем наблюдать коронные действия со стороны Рафаэля, его филигранную технику уходов. Смена стойки. Смена стойки, да, это его как бы техника. Ну что мы здесь видим? Расслабился Станислав, Рафаэль ушел с угла в клинче. И Станислав расслабился, думал, что ничего больше не произойдет. А бой не был остановлен. И Рафаэль просто сделал атаку в голову. И еще один балл. Рафаэль зарабатывает. Рафаэль Агаев. 4-0. Ну что, надо взрываться. Надо взрываться. Не суетиться. Времени совсем мало. Но готовить. Готовить что-то. Осталось 10 секунд. Татоши Бараку. Вот маваши гири. Ну, хорошие, опасные атаки. Но Рафаэль очень обладает хорошей реакцией. Ушел он с угла и опять принял центр татами. И все, спокойно вышло время. И Рафаэль выигрывает 4-0. Рафаэль Агаев становится очень уверенно. Достаточно уверенно все-таки, скажем так, сформулируем так. Этот успех становится победителем турнира «Премьер-лига Каратэ-1». Весовая категория 75.